Водители, механики, слесари, мойщики и все играют в мини-футбол. Так команда шести АТП и сотрудники департамента транспорта отмечают День автомобилиста. Готовились недолго, только в свободное от работы время, но настроены серьезно. Настрой боевой, прям боевой. Ну, посмотрел, соперники серьезные, поэтому придется побороться. Турнир по мини-футболу транспортники проводят в первый, но, как планируют, не в последний раз. В этом году он благотворительный, в гости позвали инвалидов-колясочников. Летом они обращались с жалобами в департамент транспорта. Их выслушали, а сегодня пригласили поболеть за команды и получить подарки. Сейчас нужно поменять общество, делать его доступным. И большая часть автобусов в городе, по-моему, больше 80%, являются низкопольными. Но есть такой момент, что не все водители понимают, как правильно усадить человека с инвалидностью, как его подобрать на остановке. Качество перевозок колясочников в последнее время заметно улучшилось, говорит директор департамента транспорта. Ошибки исправили, с водителями поработали, и жалоб стало меньше. Мы решили пригласить инвалидов-колясочников, с которыми периодически бывают у нас недопонимания в плане того, что водители наши где-то там не так. Ну, в течение 2-3 месяцев мы навели в данном направлении порядок, и я считаю, что это дисциплинирует наших водителей и в плане того, что мы на сегодняшний момент имеем меньше жалоб. Болельщики подготовились основательно, нарисовали плакаты и придумали кричалки. Сегодня мы болеем за наше предприятие, за наших сотрудников МУП МТК «Ростов Пассажиртранс». Настрой у нас самый горячий, по-моему, это видно по нашему крикам радости. Мы сегодня болеем за департамент транспорта, настрой, конечно, боевой у нас. Мы всех победим. По такой уверенности, как оказалось, были все основания. В первой игре команда департамента транспорта победила соперников из ростовской транспортной компании 7-1. Но турнир выиграла команда «Ростов Пассажиртранса». Второе место у «Трансэкспорта», а у департамента транспорта – бронза.